Широкомасштабные проекты по созданию транспортной инфраструктуры превратили Азербайджан в один из важнейших международных транспортных и логистических центров. Об этом сообщил президент Ильхам Алиев во время своего выступления на 6-м саммите «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», указал глава государства. В целом на саммите развитию транспортных коридоров и продовольственной безопасности было уделено большое внимание. В том числе глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что реализация транзитно-транспортного потенциала позволит компенсировать разрывы в глобальных цепочках. Сейчас роль Азербайджана с востока, перевозка грузов с востока на запад, Европу, очень важен. Договор мира между Арменией и Азербайджаном и открытие Зангезурского коридора, чтобы открыть железнодорожных путей прямо через Азербайджан, через Баку до Турции, было бы очень, сегодня решаемым задачей для всех. Было бы полезно.